В общеобразовательном учреждении Хасавюртовского района проходит мероприятие, посвященное к 70-летию Победы. Одно из мероприятий на днях состоялось в Баташуртовской средней школе, где прошел открытый классный час «Встреча у самых маленьких» на тему «Миру память». Мероприятие провела классный руководитель 1-го А-класса Эльмира Махмудова. Классный час преследовал не только воспитательные цели, но и познавательные. Это знакомство со значением слова «мир», «символ», со значением цветов государственного флага, символом мира голубем, показывали причину возникновения войн, пути разрешения конфликтов. Эльмира Махмудова пригласила ветерана Великой Отечественной войны Калсына Муташева. Он рассказал детям о том тяжелом времени. Дети увлеченно слушали ветерана войны. Много интересного узнали они в этот день о героях Великой Отечественной войны, о наших земляках, Абдулхакиме Исмаилове, который водрузил знамя Победы на Крестагам, и Эльмурзе Джумагулове, легендарном танкисте, герое Советского Союза. В свою очередь учащиеся пели песни о войне и мире, рассказали стихи на родном и русском языках. В заключение учительница от всей души поблагодарила ветерана войны за встречу, пожелала ему доброго здоровья, долгих лет жизни, затем сделали фото на память.